понятно, я слышал. Очень много вот граждан России, имеющие вот второе гражданство, должны в этом случае пойти и я не знаю куда, пока не знают, наверное, куда пойти, и сказать, что я имеющий, то есть второе гражданство, вот даю вам знать, что у меня есть второе гражданство. Но опять все-таки это против права человека однозначно. То есть если государство каким-то путем, если захотят они знать информацию про тебя, они могут за 3 минуты эту информацию знать. Поэтому лишний раз, лишние шаги не знаю. То есть у всех практически, то есть даже вот сами вот в Госдуме, тоже они сами, интересно, просто пойдут они тоже уведомляться, то есть, или не пойдут, это интересно мне. У них у всех есть огромное количество имущества и гражданства, поэтому не знаю. Пойдут, все должны вместе пойти. Не должна быть разница между этим, тем, это богатый, это бедный. Нет, все одинаковые. Пусть пойдут все, и все пойдут с удовольствием, скажут, у нас второе, тройное, четверное, пятерное. Поэтому не знаю. Кто придумает все эти законы, я не знаю. Просто я слышу результаты. А каким путем, какими процессами приходят, не знаю. Наверное, умнее, чем нас.